Зарядиться энергией на все лето. В Иванове стартовал сезон фитнес-разминок на свежем воздухе. В пятницу в парк Степанова пришли ребята из лагерей дневного пребывания, чтобы получить свою порцию бодрости. Разминку проводили фитнес-инструкторы ведущих спортивных клубов города. Мы очень хорошо сотрудничаем не один год с нашими фитнес-клубами, которые на бесплатной основе нам проводят и помогают не только в фитнес-разминках, которые проходят в летний период, но также и в нашей работе с населением в течение всего года. У уличной разминки масса плюсов, считают тренеры. Свежий воздух в большом количестве удваивает пользу занятия. Да и места в парке гораздо больше, чем в любом зале. Дети – это самый такой, с одной стороны, зритель, тот, кто отдает тебе энергию, но в то же время и такой зритель, который, ну, сразу видно, если им нравится, то им нравится. То они кричат, они машут руками, они прям вот отдаются полностью той тренировке, на которой они находятся. Если же им что-то не нравится, то тоже это сразу видно. Для самых пластичных и артистичных участников фитнес-разминки организаторы приготовили подарки. Старались все, особенно девочки. То, что хорошая фигура и спорт неразделимы, они впитали с молоком матери. Я считаю, что нужно заниматься фитнесом, чтобы быть худой и чтобы нравиться мальчикам. Если как бы ты будешь худой, но будешь плохо заниматься, ты все равно как бы для себя кайфа не получишь. И всегда нужно поддерживать свою фигуру. Фитнес-разминки будут проходить все лето в парках города. Так что зарядиться солнцем и хорошим настроением успеют все желающие. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.